Здравствуйте, мои дорогие, с вами ваша бабушка Соня. Когда у Раби Акивы родилась дочь, астрологи предсказали, что она должна умереть в день своей свадьбы. Не берусь судить, что чувствовал при этом Раби Акива, когда он это услышал. Ни одному отцу не пожелаю обладать таким знанием, лучше этого не знать. Но у Раби Акивы, в общем-то, было два пути, либо вообще не дать своей дочь выйти замуж, либо пустить все так, как идет, своим чередом и не вмешиваться в Божьи дела. И вот дочь Раби Акивы после свадьбы Раби Акива провожает ее до ее шатра, где должна пройти ее первая брачная ночь, мысленно с ней прощается, естественно, он ей не открывает свое знание. И утром, когда он ждет, что ему принесут горестное известие, он идет по направлению к ее шатру и с изумлением видит, что его дочь выходит цела и невредима после, на следующее утро. И он заходит в ее шатер и обнаруживает, что когда его дочь снимала с себя свадебную фату, которая была скреплена заколкой, булавкой, она, сняв ее с головы, воткнула ее в стену, и по стене в это время ползла ядовитая змея, которую она ночью не увидела, и этой булавкой она проткнула ей голову. Смертный приговор был заменен на жизнь. И тогда Раби Акива сказал: «Дочь моя, скажи, что ты вчера сделала, что вчера произошло на свадьбе?» Дочь очень удивилась и сказала: «Папа, я не знаю, на свадьбе все было как положено». Он говорит: «Ты что-то сделала, что тебе изменили приговор». И дочь говорит: «Папа, во время веселья я обнаружила, что у входа на наше веселье стоит нищий, и я увидела, что никому до него нет дела, никто его не зовет, а он сам стесняется зайти и попросить еды, поэтому я оставила моих подруг, я подошла к нему, я провела его в зал и попросила, чтобы ему принесли поесть». Вот, сказал Раби Акива, вот этим ты изменила свой смертный приговор, и рассказал дочери, с какой тяжестью, с каким приговором он жил все эти годы. Вы понимаете, когда вы можете спросить, а почему этой дочери был вынесен смертный приговор? О, вот у меня тут цветочек красивый, поставим его сюда. Почему был вынесен смертный приговор? Это не наше дело, это не наши дела, это небесная канцелярия решает, это предыдущие воплощения, карма, как мы говорим, мы не знаем. Но есть такое выражение «Эйн мазаль ле Исраэль». Мазаль – это не только счастье, это еще и созвездие, судьба. Так вот, над Израилем звезды не властны. И как это соединяется с нашей недельной главой? Когда к фараону пришли астрологи и сказали: «Мы видим, что в Израиле должен родиться мальчик, у израильтян должен родиться мальчик, который разрушит твою страну», то фараон созвал к себе советников и сказал, как мы можем его погубить. У фараона был такой советник, которого звали Бильам. Мы еще с ним обязательно встретимся. Бильам сказал так: «Евреев невозможно победить огнем. Факт такой, что когда Авраама бросили в огненную печь, огонь его не взял, он вышел целый и невредимый. Евреи не боятся меча или ножа, потому что Ицхак, сын Авраама, лежал на жертвеннике во время жертвоприношения, и даже с занесенным над ним ножом он спасся, и вместо него был принесен баран в жертву. Рабство не берет, никакое рабство и притеснение не берет евреев, потому что Яков жил у Лавана, и Лаван его притеснял всеми возможными способами, колдовал. И тем не менее Яков вышел с большим достоянием от Лавана. Есть единственная вещь, сказал Бильам, судя по звездам, которые боятся евреи, это вода. И этот мальчик конкретно его погубит вода. Действительно, спустя много-много лет, когда Моше уже вывел евреев из Египта,
после 40 лет странствий по пустыне Моше получает приказ от Бога говорить со скалой, чтобы скала дала воду. У Моше в это время произошел конфликт с собственным народом, и Моше в сердцах, вместо того, чтобы говорить к скале, он стукнул ее посохом. За это Моше получает от Бога наказание: не зайдешь ты в Эрец Исраэль, не перейдешь ты реку Иордан. То есть наказание и как бы свой приговор Моше получает из-за воды. Но астрологи этого не видели, они видели, что из-за воды этот ребенок пострадает, и тогда Бильам говорит: всех мальчиков новорожденных нужно бросать в воду. И вот тут происходит невероятное, когда у Йохевед рождается мальчик, и когда он родился, весь дом осветился светом, и сестра Моше, пророчица Мирьям, предсказывает, что Моше и будет тот самый предводитель, тот самый человек, который выведет весь народ из рабства, то Йохевед, когда появился Моше, его не называют Моше, у него множество других имен, но в Тору он вошел по тому имени, которое дала ему дочка фараона. И смотрите, что происходит. Йохевед делает совершенно невероятное. Всем из мальчиков бросают в Нил. Что делает Йохевед? Она трехмесячного Моше кладет в корзинку, и она ее несет к Нилу, именно в то место, где гибнут еврейские младенцы. И вы можете сказать, почему она своими руками как бы несет своего сына на погибель? Это все равно, что евреи, которые в Освенциме гибнут, кто-то хочет спрятать какого-то еврея, и где он его прячет? В Освенциме. В том месте, где все гибнут. То есть, казалось бы, нонсенс. Но Йохевед, она умна, она понимает, что как только ее ребенок коснется воды, тут же астрологи скажут: ребенок в воде, и значит, можно отменять приговор. Тем самым она спасет всех младенцев, которые родятся после Моше. То есть Моше начал спасение своего народа уже фактом своего рождения. Когда корзинка с Моше опустилась в воды Нила, пришли астрологи и сказали фараону: ребенок в воде, можно отменять приговор. Естественно, что корзинку не пустили по Нилу, это действительно было бы ребенку на погибель. Корзинку с Моше поставили в тростник, в воды. Тростник держал, и корзинка никуда не уплыла. Но приговор был отменен. Моше получает имя от дочери фараона, которая его находит в камышах, забирает его себе, и она дает ему имя Моше, вытащенный из воды. Но тот, кто знает иврит, он скажет: постойте, вытащенный из воды было бы Машуа, а он Моше. Моше – это значит вытаскивающий других, вытаскивающих других. Дело в том, что в Тору этот человек вошел именно под именем Моше, не вытащенный, а вытаскивающий, потому что не только он вытащил евреев из Египта, он еще и вытащил египтян из Нила. Что это значит? Нил был божеством. Для фараона, фараон, который каждое утро ходил к реке Нил, не только для того, чтобы справить там свои надобности, потому что перед всеми он себя представлял как бог. Но Нил – это был его актив, это была его нефтяная скважина, это был его ядерный чемоданчик. Он каждое утро ходил, проверял Нил, потому что из-за Нила Нил давал его стране экономический расцвет. И поэтому фараон полагался только на Нил. И вот встретились два мировоззрения. Моше Рабейну, который полагается только на Всевышнего, и фараон, который полагается только на Нил, то есть на природу.
И когда говорит Моше фараону, отпусти народ мой, и будет он служить Богу, единому Богу, единому, который управляет всем миром, фараон спрашивает, а кто это? Не знаю никакого Бога. Вот Нил и я – это Бог. А Бог, о котором ты говоришь, его никто не видел. И вот два мировоззрения сталкиваются друг с другом. И когда начинаются египетские казни, то первый, кто как бы страдает в кавычках, это Нил, божество. Весь Египет стоит на Ниле. Весь Египет зависит от разлива Нила. И именно Нил, из Нила выходят первые две казни, что вода превращается в кровь, и лягушки, которые вышли из этого же Нила. Моше хочет показать всему миру, что миром управляет Бог. И природа тоже подчиняется Богу. Фараон утверждает, что мир независим от Бога. Да, может быть, и есть тот, кто этот мир сотворил, но он самоустранился. И мир теперь как заведен, как хороший механизм, как хорошее предприятие работает сам по себе. Инженер его спроектировал и отошел в сторону, и мир работает сам по себе. И поэтому звезды, они как бы управляют этим миром. И поэтому звездам поклонялись. А кто такой Бог? Так вот, Моше приходит в Египет. И в лице фараона говорит со всем Египтом, что у этого мира есть хозяин. Что у этого мира есть творец. И мы, народ Бога, который идет служить этому Богу. Звезды нами не управляют. Мы над звездами. А это значит, что любой приговор можно изменить. И даже если по звездам сказано так, так и так, мы, евреи, мы можем сделать, подняться над звездами и все, что было так, так и так, поменять на так, так и так. Мы меняем нашу судьбу. Мы меняем приговоры, которые властвуют как бы над всем миром. Мы тот народ, который ходим только под Богом. Мы между миром и между Богом. Мы между Богом и человечеством. Мы несем это знание. Весь мир живет по законам Бога. И поэтому Моше, вытаскивающий, имя которого обозначает вытаскивающий, начал с того, что вытаскивая свой народ из Египта, он весь мир начал вытаскивать из идолопоклонства, из материальности, из вот этого понятия, что мир, он сам по себе. А мы с вами еще будем говорить про Моше, может быть, иногда тоже про звезды, про наш еврейский народ. И помните, что никакие звезды нами не управляют. Никто не может сделать нам ничего плохого, если на это сверху не будет печати санкции. И поэтому не бойтесь никого, кроме Бога одного. С вами была ваша бабушка Соня. Шаббат шалом. До свидания.